Всем привет, вас здесь игровой канал Сайн Геймерс, мы зовут вас Шок, и мы начинаем новое прохождение на канале. Игры под названием Бревланд, это стратегия, довольно такая интересная, я посмотрел по скриншотам в Стиме. Стоит она недорого, 120 рублей, но я покупал еще давно со скидкой, там скидка 108 рублей что ли она стоила или 100. Ну ладно, давайте не будем томить, начнем играть. Игра стратегия, как я уже сказал, ладно, давайте поехали. Вы выросли в маленькой деревне на окраине, где каждый живет тихой и размеренной жизнью. Беда пришла внезапно. Свирепая банда грабителей напала на ваше селение, разграбив амбары и убив сопротивлявшихся. Они скрылись во мраке. Но мириться с судьбой не для вас. Надев старые отцовские доспехи, вы решили отправиться в погоню за злодеями. За злодеями. Так, сейчас, вот-вот. В таком игрушке стиле, похоже на игру Герои Меча и Магии, но она здесь совсем по-другому. Судя по следам, бандиты направились на восток. Пора в путь. Вот так вот. Здесь выполняются такие ходы. Да это не бандиты, а звери какие-то. Мы еле ноги унесли, прятались в стогах сена, пока не ушли. Наши амбары грабили, пока вы лежали на сеновале. По вашей вине всю деревню ждет суровый голод. Об этом мы как-то не подумали. И что же теперь делать? Мы еще успеем догнать бандитов. За мной. Крестьяне присоединяются к вам. Крестьяне, крестьяне. А вот, кстати, первые враги. Мать моя, Гертруда. Как мы могли забыть? В этом лесу водятся огромные волки. Хватит. Пара голодных волков не проблема для нас. Вилы к бою. Сейчас пойдет бой. Вот такой вот здесь бой. Молодой волк может справиться с овцой, но быка уж не одолеет. Нет особых свойств, одна звездочка. Вот они первый ход сделали. Так, сейчас мы делаем. Вот, не убили, печально, что это волка. Этого тоже. Так, этого слили. А, этого он сам. Одного крестьянина всего потеряли, но он, кстати, вылечился. 4 монетки нас сняли, всего нам дали 30, 26. Также здесь уровень. Так, вот, давайте к следующим крестьянам пойдем. Ой, я тут это самое, в засаде сижу. Вот сказочник, видать, со страху бежал куда. Глаза глядят, вот и угодил в волчий лес. Ничего подобного, я просто заманил врагов в западню. Крестьяне присоединяются к вам. Так, ну что ж, давайте пойдем к следующим. Какие-то лучники стоят. До нас дошли слухи, что бандиты ограбили вашу деревню. Неужели это правда? Они забрали все, что мы заготовили на зиму. Сопротивлявшихся убили на месте. И как они проскочили мимо нас? Видимо, шли ночью, хорошо подготовились. Звучит скверно. Может, не будем их преследовать? Но уж нет, просто так они не уйдут. Мы поможем вам. Несколько хороших стрелков будут, кстати, в любой битве. Лучники присоединяются к вам. Давайте посмотрим, что за лучники. Меткий стрелок с равных земель. Стреляет. Так, еще какие-то враги. Давайте пойдем на них. Эй, вы, горстка слабаков. А ну-ка, выворачивайте карманы. О нет, это кривоглазый Сэм. Похоже, его опять выпустили из тюрьмы. Спокойно, даже целой шайки грабителей не одолеет нас. К оружию. Вы хотите по-плохому? Хе-хе-хе. Так и будет, так будет даже интереснее. Ну давайте сейчас завалим их. Бандит, хитрый грабитель с больших и малых дорог. Выпадают монеты после смерти. Уже, кстати, две звездочки, значит уже посильнее будет. Батрак, не гнушается любой работенки. Нет особых свойств, одна тоже звездочка. Так, вот, кстати, так у нас тоже лучники. Ну, кстати, какой-то быстрый чувак. Давай его бей. Так, лучник, давай-ка волчару. О, батрак пошел. Так, давайте, бейте, бейте его. Забивай его, отлично. О, монетки выпали. Так, тоже убивай. Так, возьмем, да? Сейчас мы... А, да, мы даже еще второй ход сможем сделать. О, мы его убили. Никого не потеряли, хорошо, еще и в плюсе с монетками остались. С этого, как его, вот этого кривоглазого Сэма. Так, пойдемте, какой-то чувак привязанный. В лагере бандитов вы обнаружили пленного человека. Фух, я думал, эти бандиты меня убьют. Постой, ты Нолан.
из западной деревни. Я слышал о твоем отце. Говорят, он был хорошим воином. Да, мой отец научил меня кое-чему. Хотя я частенько сбегал с его тренировок, чтобы послушать новые легенды от старосты. Знаешь, когда-то я был отличным стрелком, пока не получил стрелу в колено. Думаю, я смогу научить ваших лучников одному трюку. Лучники изучили новую способность. Выстрел ярости наносит повышенный урон цели. Вот так вот. Так, какой-то дух волосатый. Ого, сколько лишнего металла бряцает. Не перепродажу, отлично подойдет. А ну-ка, парни, снимайте с этих олухов все лишнее. Твоя наглость сравнится только с размерами твоей бороды. Придется ее укоротить, чтобы не мешало. Кузнец обладает твердой рукой и волшебного молота. Нет особо стоит, что три звездочки и что-то типа, наверное, суперудара. Молот молнии наносит противнику магический урон молнии на расстоянии. Вот так вот. Так, давайте, побежали, крестьяне. Так, лучник, стреляй-ка. А, блин, этот удар же есть, садить удар какой-то. Нам же там открылся, да? Ладно, ладно, сейчас-то попробуем его еще раз использовать. Так, давай. И вот в этого араба стрельнем. Он там нормально так снимает. Так, одного этого зафигачили. Давайте ко вторым пойдем. Так, давай вот этого убивай, пока он не подошел к нам. О, все. Араба запинали. Убивай этого. И давай добивай. Отлично, все. Никого тоже не потеряли. 60 монеток дали. Полуровня, кстати, прокачали, отлично. Так, пойдемте к следующим. Вот какие-то, наверное, добрые. Вы из ограбленной деревни? Мы видели повозки с различным добром своими глазами. Эти бандиты хорошо вооружены и организованы. А главное у них из наемников. Суровый вояка. Обозы, наемники. Неудивительно, что они застали нас врасплох. Готовились заранее. Да уж, думаю, мы сможем их выследить. Тут есть тропинка через лес. Мы покажем путь. Следопыты присоединяются к вам. Что за следопыты? Следопыт. Проворный и умелый лесной боец. Ну, закрыт, наверное, пока это супердействие. Так, давайте пойдем к каким-то другим чувакам. Еще кто-то. Бросились в погоню, чтобы забрать свои вещички назад. До командира дошли слухи, что горстка крестьян идет по нашему следу. Глупцы, мы уничтожим вас. Значит, ваш лагерь думает, что нас становится горстка неумелых стрелков? Ну-ну, возьмем на неумение, а числом. Неумением, а числом. Посмотрим, сейчас кто кого возьмет. У, их много. Лучник-бродяга. Подался в разбой, едва учившись стрелять. Стреляет, иногда промахивается. Две звездочки. Так, кстати, следопыт, да. Давай, вперед. Крестьянин тоже давай-ка. Так, и лучник у нас стрельнет. Блин, вот их много, этих лучников. И все в этого стреляют. Лучника тоже. Так, давай, вот этого побей. Крестьянин, вперед. Так, стреляй давай-ка вот в этого. Все, умираешь. Чувачок. Промах, отлично. Так, давай, добивай-ка вот этого. Все, отлично. Крестьянин, бей этих. Стреляй давай, 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 давай. Мало, кстати, 9 его снял. Что? О, промах, отлично. Давай, следопыт, бей его. Так, крестьянин, давай-ка. О, удар, он даже как-то подсвечивается. О, нормально, 28 с него. Это тоже промах. Так, в этого попал. Давайте. Убьем, да, отлично. Давай, крестьянин, убей его. Все, отлично. Одного всего лишь лучника потеряли. Но второй уровень у нас отлично. Так, давайте увеличенные на атаку. Потому что у нас больше этих, как ее. Кто атакует. Так, давай сначала сюда сходим, потом пойдем к какому-то зеленому фантомасу. Таверна — хорошее место для найма новых бойцов. За хорошее жалование и кружку фруктового эля мы с радостью присоединимся к вам. Пожалуй, наймем кого-нибудь из вас. Малыми силами бандитов не одолеть.
О, здесь их покупать, да, можно? Ладно, давайте сначала пойдем к этим сходим, потом, может быть, что-нибудь купим. Что это ты ищешь, человек? Не тот ли сундук, что вы выпал у бандитов и не найдешь? Мы спрятали его во дворе. Ой, по-моему, я сболтал лишнего. Теперь придется вас убить. Хи-хи-хи. Вот такой вот фантомас взболтливый. А, это гоблин. Хитрый обитатель лесов и пещер. Нет особых свойств. Это что? Перебежка ускоряется на 2 хода в течение раунда. Ну, их 3 человек и 1 волчара. Так, давайте к этому. А, он даже сам подошел. О, бафнул себя. О, что-то все на следопыта пошли. Ладно, давайте мы поможем этому. Ну, что-то до лучника не дошли. Так, здесь давайте вот этого заводчим. Волка. Он тоже бафнулся. Все, убили его, отлично. Ничего, они так следопыта льют. Так, ладно, я думаю, ты загадщик крестьянин этого. Мы здесь поможем. Так, все, волчара сдох. Ну, смотри, гоблин все равно на этого лучника бежит. Вот гоблин тупорылый. Давай, крестьянин, бей его. Давай, давай, давай. Убьешь? Отлично. Опа-на. Один следопыт остался. Так, блин, сейчас с крестьянами мы ходим. Стрела. Убиваем. Ах, нет, блин, зараза тупая. Все, отлично, слили. 2 следопыта всего потеряли. Минус 26 монет. Ладно, ладно, человек, хватит. Мы же пошутили. Дело соседское. Хочешь, забирай тот сундук. Только чур сам выкапывай. Пойдемте выкопаем сундучок, хотя он выкопанный. Похоже, в этом сундуке что-то ценное. Опять копать? То картошка, то морковка. Теперь сундук с сокровищем. Надеюсь, обед уже скоро. Мы нашли сундук и получили плюс так золотом. 100 золота. Ну, нормально, 495. Давайте купим кого-нибудь. Так, наверное, давайте купим следопыт. Ой, крестьяна. И купим также одного лучника. Так, побежали. Гасить следующих. Уже какая-то шайка. Командир Фром знает, что вы разгромили его ребят и назначили хорошую награду за ваши головы. Или еще кто такой? Его парни обчистили ваши грязные деревеньки, если ты не заметил. Тот самый главарь бандитов? Похоже, он крепко испугался, раз послал вас за нами. У командира нет времени, чтобы возиться с горской деревенщин. Нам заплатили золотом, чтобы выследить вас. Остальное кушаем получим за ваши головы. Давайте сейчас попробуем развалить. Лучник-бандит. Опытный грабитель, выискивающий слабую жертву. Стреляет 3 звездочки и свист. Воодушевляет бандитов, повышает их урон. Так, побежали. Так, давайте здесь защиту вот так вот ставим. А, здесь еще волки. Я даже не заметил, они с камнями слились. Слились, то есть. Давай бей его, отлично, 28, это нам всего 9 снял. Давай сюда. О, бафнул их, гаденыш. Так, стрела. Давайте вот этого завалим. Он у них как сам поглавнее. О, монеточки выпали. Волчара здесь пришел еще. Вонючая. Так, бей его. О, этот стреляет. О, следопыт стреляет. Че ж ты с него стреляешь? Не надо в него стрелять. Так, давай вот так вот. И вот этого вот. Отлично, убит. Хорошо, хорошо. Так, тоже того слей. Отлично. Надо сундук забрать. Забери монетчики. Давай сюда. Кого он там? О, следопыт опять. А ты давай в этом стреляй. Так, сейчас следопыт ходит. Так, 40 монет. Еще сможем. А, все, ход пропадает, если сундук берем. Так, давай. Убивай. А, не убил даже, вот зараза.
Так, стрела, стрела. Ну, ты чё? Давай. Нормально, так, 42. Давай, убьем его. Ах, блин. Вот этого да, одна жизнь осталась. Отлично, того слили. И давай. Убивай его. Все. Ну, нормально так потеряли. Минус 3, 32 монетки. Так, ну что ж, давайте, наверное, на этом серию закончим. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливо и пока.